Привет, ребят, с вами Юмилия, и я в прямом смысле деградирую. Но точнее, возвращаюсь к истокам. Если вы смотрите меня уже довольно-таки давно, или же сейчас посмотрите на мои самые первые видео, то там я сидела именно вот так. Ну, примерно вот так, потому что ту обстановку я, к сожалению, воссоздать полностью не смогу. Если вы все это время были в танке, ну или же просто забили на меня и на мой канал, то вот что я вам скажу. Из-за того, что я обучаюсь заочно и из-за моей сессии, мне пришлось прилететь в мой родной город, в котором, к сожалению, нет всего моего оборудования, а именно хромакея, софтбоксов и прочего. Как видите, освещение у меня сейчас очень отвратительное, к тому же сейчас рано темнеет, поэтому я прошу вас привыкнуть к подобному где-то на полтора месяца. Из положительных сторон могу отметить, что здесь у меня есть заяц, медведь, ну а из отрицательных вы сами все видите, качество видео стало похуже, и реально извините меня за это. Насчет выхода видеороликов, вот что я вам скажу. Я буду пытаться записывать их по мере своих возможностей, но на самом-то деле сейчас я абсолютно ничего не успеваю. У меня сейчас практика с прошлого года, которую мне нужно доделать. У меня сейчас курсовая, и в скором будущем меня ждет еще одна новая практика. К тому же у меня получается 3 экзамена и 2 зачета. Поэтому не обижайтесь на то, что видео сейчас выходят крайне редко, и я вообще не активна почти в соцсетях. Но хочу вас немножко обрадовать. 18 числа у меня на канале в 18:00 по Москве будет стрим. Приходите на него, пожалуйста. Надеюсь, вам он понравится. И вообще, это видео, можно сказать, внеплановое, потому что я даже думала, может, не стоит рассказывать обо всем этом, не стоит записывать по этому поводу видео, потому что я уже написала пост в своей группе ВКонтакте, на своей странице, но я знаю, что многие из вас туда попросту не заглядывают. Если что, ссылки на мой Инстаграм, на мою страничку ВКонтакте, на мою группу ВКонтакте будут в описании. Именно там вы сможете узнать самые такие прям горячие новости обо мне. Кроме этого, я писала ВКонтакте, что очень сильно заболела, и это правда, возможно, по мне не видно, но, к сожалению, это так. И сейчас мне предстоит также еще лечение. В общем, все ужасно, отвратительно и плохо. Моя жизнь скатывается все ниже и ниже. Вот такая вот судьба, в принципе, то белая полоса, то черная полоса. У меня, знаете, черная полоса сессия, потом белая полоса время без сессии, теперь снова наступает сессия, и у меня не жизнь, а полный капец. В общем, надеюсь, вам понравилось это видео. Нет, короче, вам и не должно нравиться это видео, это чисто такое разговорное видео, в котором я просто говорю вам, что у меня происходит, чтобы вы там не теряли меня, понимали, почему я и в инсте сейчас мало сижу, и фотки не выкладываю, и ВКонтакте даже меньше стала сидеть, и в группе в ВК ничего не пишу, и, конечно же, не активничаю на Ютубе. Но также хотелось бы объяснить, почему сменилась так обстановка, и изменилось вот именно так качество видео. В общем, надеюсь на вашу поддержку, пожалуйста, оставайтесь со мной, мы с вами это перетерпим, переживем, и дальше все будет гораздо лучше, чем даже было до этого. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь.